Не знаю, если там есть Всевышний. За що це все? Для чого? Двохлітня дитина, яка в житті не бачила, пострадала ні за що. Мама його називала поцілуйчиком. Тепер нікому. Там осталась кровать, на которой спал я с женой. А рядом была кроватка сына, на которой он спал в обед. И сами понимаете, что кирпичной кладки там ребенка не достанешь. Утро началось спокойно, ничего не предвещало вообще никакой беды. Как обычно тут канонада со стороны Ирпеня. Было все тихо. Он попросился опять спать в свою кроватку и остался там спать. И взрывной волной пристройку просто снесло к чертовой матери. Малого накрыло всеми обломками. В момент, когда его нашли, было еще сердцебиение. Но при попытке погрузить скорую он умер. Вірних спасіння. Помилуй мене, Боже, з великої.